Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в десятку лидеров национального рейтинга глав регионов по итогам сентября-октября. Политологи назвали это личной победой самого молодого губернатора страны. Среди важных политических достижений называют итоги выборов губернатора Тюменской области, в которых приняли участие почти 66% ямальских избирателей, а также способность Дмитрия Артюхова сохранить политическую и управленческую стабильность при транзите власти.